же команда LOL 1, 2, 3, но об этом мы с вами еще попозже поговорим. А сейчас у нас уже потихонечку начинается выход. И выход вроде как планируется под точку А с фейком на точку Б. Минус уже оформляет Брейс. Минус по мейкеру, плюс информация есть от Мангуса. Дал он инфу, то, что соперники переместились, или же террористы переместились у нас на точку А. На Вертекс... Так, в худи нету, никаких гранат не имеется. Просто на стрельбу будут сейчас пытаться как-то отыгрывать этот момент. Проконтролили Гампа. Все грамотно сделали Вертекса, не оставили эту самую позицию. Ну и в итоге Блиц вместе с Соджу будут пытаться сейчас этот раунд как-то реализовать. А здесь уже подсадка на девятку у нас, рофлка. Есть минус по Блицу. И первый раунд. Первый раунд для команды Vertex. Большинство для них. Как бы, да, 5 человек осталось. Без каких-либо проблем они сейчас справят. То, что они могут. Так же, как и Лолы. Промах пошел, Гамп оформляет минус, Близ находит у нас рофлка, ну и пошла приемка уже от команды X-Chiefs. Ну, будем, наверное, их лолами называть, да, они уже как бы отношение к организации имеют минимальное, поэтому... Лол, раз, два, три, адект, есть минус, пошла приемка. А погнут у нас прям в уголочке, но позиции тут у него, скажем так, уже прям закрытые. Ему деваться некуда, если его не проконтролят... А его здесь уже в любом случае законтролили, потому что минуса какие-то надо делать. Можно было, конечно, остаться в углу до последнего, дождаться игроков из банка, дождаться игроков с хелпы. Это уже вперед. Соджи был тренером команды Vertex как раз-таки. Было... Ладно, потом про это. Рофлка на воде. Ну, тут Брейс еще в случае чего должен выходить. Рофлка, есть минус. Но теперь Мейкер отвлекается на рофлка, а Брейс на размене. Хорошо. Вот это хорошо. Скидку организовать, но 30 секунд времени. Это проблема в любом случае, потому что если что-то сейчас пойдет не так, хотя флешка шикарнейшая, мейкер переводится отлично, точнее, это у нас получается Брейс переводится отлично на мейкера, что мейкер там, конечно, был шанс что-либо сделать, но за малым. Гам в банке. Дальше слышишь передвижение своих оппонентов, бомба ставится на дефолте, в закрытую. Она не для Гампа. Ну и Гамп тут может минус по ПЗ сделать, а дальше уже апогнут. Должен работать, хотя апогнут. Ой-ой-ой, а вот у Гампа авик это достаточно опасная вещь. Ну и рофлка все же у нас на месте. Рофлка делает этот килл, забирает. По большей части в последние года было несколько организаций, которые очень, очень жестко и дико тащили, у которых были хорошие составы. Рофлка размен как раз по нему есть. Минус он один успел оформить. Ну и в итоге у нас получается ситуация 3 в 4. И тут два авика против него. То есть, можно сейчас или бомбу поставить, или дернуть. Уходит. Раз, минус есть. Ну и в итоге... В итоге это второй раунд. В итоге это второй раунд для команды X. И в целом часы готовы. Тут авик, тут эмка. Гранаты вряд ли будут сейчас прокидывать. Гамп минус по адикту. Дальше будет принимать. Очень хорошая позиция у Соджу. Соджу раз. Соджу два. Размен по нему уже залетает. Два человека. Один человек остается у команды Vertex. Причем он очень лохоповый. И он очень далеко от первоначальной точки выхода команды Vertex. Это у нас рофлка. С калашом он сейчас уйдет в освояси. И в итоге это будет уже третий раунд для команды X-Chiefs. Хорошо, все. Потихонечку начинают себе экономику уже нормально наращивать. Там, конечно, у Мангуса у нас 6000 есть. Прогоняет у нас мейкер с своей позиции. Выходит Мангус. Мангус очень долго стреляет, но два минуса все же сделал. Ситуация 3 в 3 все равно. Хотя, казалось бы, то, что достаточно патовое положение шеи уже бежать. И, по сути, будут правы. Игроки команды Vertex, если под флешки грамотно выйдут, то девятку могут прогнать со своей позиции. Гамп оформляет раз. Блиц оформляет 2, ну и Апагдут у нас в планте, по нему еще очень жестко нашивают, Апагдут должен погибать, Апагдут минус по Блицу сделал, вроде как слышит передвижение своего оппонента, с калашом работает, но тут с Юспай хотя бы какой-то один килл должны по нему сделать, и все же, да, вот он Юспик у нас работает, Гамп, делаю второй килл в этом раунде, Гамп, в районе туалета, проплохо здесь, дергает у нас Гампа. Отправляется он по зигзаг, но и тут уже под анимацию авика можно будет закрыть спокойно, хотя Брейс выходит, Блиц у нас на размене. Минус один авик. Минус один авик у команды Chiefs. И было бы приятно сейчас ПЗ как-то на стрефе добежать до этого авика, просто упрыгать и выкинуть его, потому что Chiefs планируют как бы засейвить его. Это же команда X-Chiefs. Ну и ПЗ
стеком девятым. Хаешка под ноги сейчас прилетит. Хаешка симпатичная. Хаешка прям как надо залетела. И это уже пятый раунд для стороны. Ну и, собственно говоря, тут, если сейчас Vertex проигрывают... Да, понятное дело, то, что лузбонус 3400. Это всегда хорошо, это всегда приятно. Адик находит у нас гампа. Начинается выход от вертексов. Раскидки, прочие такие вещи. Будут ли какие-либо? Пока что... Да вроде бы уже можно выходить. Чем, собственно говоря, и занимаются вертексы. Молик раз, молик два. Флешка в небеса. Ну и Соджи в итоге у нас за кабиной. Мангус открывается. Есть у него аук в руках. Ну, тут уже полировочный молик. Ну и сейчас X-Chiefs, по сути, могут задуматься, а нужно ли им идти на выбивание. Плюс-минус у них есть деньги, можно будет попытаться. Если сейчас у Мангуса оформлен какой-то быстрый килл, то тут уже можно будет и блицу подключаться. Но там лонг контролит его. Тоже неприятно. Мангусу надо выходить под лонг, чтобы Блиц начал движение. Блиц начал движение, но его закрывает кабина. Мангус дальше у нас у плента работает. Пытается пока что угадывает расположение своего оппонента. И Апагдут в итоге делает этот килл. Это 7-й раунд для команды В. Поэтому от вертексов тут уже ожидаются различные такие подсадки и прочие такие вещи. Про это нужно будет, кстати говоря, потом отдельно еще проговорить, когда они еще джастисами были. Ну, как бы, скажем так. Я считаю то, что вертексы это бывшие джастисы. Да, понятное дело, то, что вертексы это еще бывшие, только сейчас поступать. Пятерка с восьмеркой там встретились, начинают друг друга вроде как стрелять. Гамп у нас увернулся от молика, который вроде как под него прокидывался. Но в итоге гамп оформляет минус по ПЗ. Гамп, по сути, мог бы сейчас закрыть... Ну, должен тут делать он киллы, потому что вертексы, по сути, сами дарят эти киллы. Молик у нас лежит на шарте, прилетает хаешку, Апагдуда... Ну, не хочется ему выходить, причем у него бомба, причем он красный. И если он выйдет, то это будет верная смерть, и в любом случае уже раунд закончится так, как он закончился сейчас. 6-й раунд для команды X-Chiefs. В одном ухе... С этой трансляцией в другом ухе можно будет уже засыпать. Хотя куда засыпать, когда утро или же день, да, только-только у нас начинается. Но в любом случае, мегаго, уважаемый чат, залетайте. Время потехи час. Сейчас у нас началось дело. Сейчас у нас старая пистолетка, Брейс контролит зигзаг. Здесь уже у нас минус по ПЗ оформляется у Брейс. Что-то как по стрельбе изначально не пошло. Вроде минус был, но что-то как-то дальше... Юспик уже перестал слушаться. Два человека у нас через лонг бегут, плюс сапогнут. У него киты имеются. Минус падик, кто залетает. Рофлка минус по блицу. Причем Рофлка. Еще один минус. И там уже пошла приемка. Рофлка получает у нас спину. Соджи оформляет уже этот килл. И здесь гам будет заходить в спину. Проконтролит его Апагдут. Хорошо. Ну, как бы проконтролил, но в итоге... Мангус. Передай всем привет. Приветики, приветики. Всем, кто на работе, всем, кто на места... Ой, хаешки! Ой-ой-ой-ой-ой! И лохопового мангуса добить, и там у мейкера 6 хп. Вот сейчас неплохо. Эти хаешки дают пространство команде Vertex. Игроки команды Chiefs в шоке от того гренадерства, которое мы с вами наблюдали. Ну, я погнут. Вот, хорошо. Минус по блицу. Поехали дальше. Поехали дальше. Мейкер у нас погибает. Погибает также у нас и Соджу, да? Погибает Апагдут, потому что-то как-то... Здесь, да, на половинчатом уже сидит. Смотрит, что там будет происходить. Ну и Соджу планирует выходить у нас под позицию. Апагдут прокидывает у нас смачок. Попадает у нас смог. Да, Апагдут хорошо на реакции сыграл. Там еще рофлка помогает. Соджу успел все же сделать минус у нас по адикту. Это плюс минка. Это плюс еще какой-нибудь там смачок куда надо. Ну тут Брейс... Флешка, может, какая-то? Флешка пошла. Ой-ой-ой! И в итоге Блиц остается один. По поводу него есть информация. Это еще один раунд для команды Vertex. Вот она остается. Соджи контролит у нас девятку. Там достаточно хэповый адикт. Гамп в шикарнейшей позиции. И шикарнейшая стрельба от него. Но здесь у нас адик. Адик, хороший 2 килла. Инфа по поводу Блица присутствует. Плюс нашивка по нему залетает. В 2 человека сейчас вертексом просто надо спокойно этот раунд отыграть. Хотя зачем им 2 человека, когда есть один адик, который... И возможно, кстати говоря, уже можете куда-нибудь там... подзалить на вторую карту. Очень агрессивный раунд от команды Vertex. Решили они сейчас поджать мидл, решили поджать фонтан. В итоге поплатились они за это. Очень хорошая позиция.
чтобы вытащить клатч момент. Открывается, по стрельбе не пошло, плюс по хп тоже не пошло. А Багдут идеально просто вот... Идеально зажался, наверное, в этот бокс. По-другому, наверное, и какое-то другое слово ты и не скажешь, да? Просто вжался в свою позицию, бомба раздефал, ну и вместе с рофлкой эта карта заканчивается. Карта оверпас, уважаемый чат, через... Оно как бы и помогает, и, но и в какой-то момент все равно закрывает, потому что там половину шарта из-за нее вообще не видно. И сейчас придется ПЗ лично своим лицом уже чекать правую половину, минус оформляет. Причем тут как бы игроки команды X-Chips не помогли вообще никак. Адик, Адик, есть минус, дальше перевестись на голову. Стрельба, конечно, не пошла у нас у игрока еще в апартаментах. Попытается тут еще гам как-то воевать, туда-сюда халдиться. Рофлка остается один, и это первый раунд для команды X-Chips. Но тут как бы... Что бы и от какого-нибудь Соджу получить. Если бы Соджу решил мега агрессивно выйти, то по сути опагнут. Ну, можно и так, ладно, Соджу молчу. Брейс у нас на лавочке. Молик раз, молик два. Брейс. Раз. А Дехт у нас на точке. Как-то очень долго сейчас снова уже команда X-Chips у нас действовали, да? Тут никто как бы особо не реагировал. Близ до последнего куда-то смотрел. БЗ на реакции! Остается только один блиц. Вот это сейчас было красиво. Да это было жестко. В итоге блиц. Отпустили. Отпустили с миром. И блиц в итоге этот авик засейвит. Приятно. Сейф авика. Плюс сейчас залетит какая-нибудь трехочковая. И будут проблемы. Ну, трехочковой нету никакой. Тут только есть блиц, который погибает. Выход через... Паласа у нас пока что не начинается. Брейс минус по Соджу. Красиво. Плюс калаш для него. ПЗ напрягает. Мейкер здесь. Минус по Мейкеру. И тут уже ПЗ открывался. ПЗ остается 11% хп. Хороший минус у нас от Гампа. Гамп хорош. Гамп красавчик. Гамп. Есть минус. Четвертый раунд для команды X-Chips. GGB, друзья мои. Классные коэффициенты, удобный интерфейс на сайте, и рофлка, сейчас еще бомбу может выбить, нет, все же мейкер, живцел орел, брейс, хороший минус по мейкеру, там неплохо по хп прошелся у нас рофлка, ПЗ у нас снова с чешкой работает, будет принимать сейчас тетрис, на тетрисе у нас блиц прокидывает молик, соджа оформляет минус по адикту, блиц есть килл от него, ну и в итоге апагдут остается у нас с диглом, получает флешку в глаза, и бомба лежит в паласах. Ну, и там где-то в районе дерева, да, она лежит. А Багдут пошел за калашом. Дропается вниз. Смачок пошел. А вроде как у Вертекса должна быть инфа по поводу бомбы. Потому что она где-то там находилась. Бомба ставится на дефолте. У Багдута есть смог. Ух. И это красиво было. Иди дефузи же. Господи. Ой, знаю этих австралийцев, они там сейчас всячески переписываются, ну, такие, о, найс шот, на, о, веселые, такие все задорные. Причем там как бы пятерка-то особо его не смотрит, рофлка под деревом, Соджи минус по Пагдуду сделал, рофлка открывается, нашивает также на сторону смока, выходит гамп, ох, рофлка, хороший минус по мейкеру, открывается еще под джангл, в итоге рофлка, минус 4 от него, я там представляю. Гамп, минус по брейсу. Их, тут Пагдуд просто раскидывает, плюс еще получает у нас и мейкер. Не особо удачно, да, тут получилось выйти, а Пагдут у нас все же погибает. Но в любом случае это большинство для команды. Входит вся оставшаяся команда. Хорошо то, что рофлка остался на своей позиции. Эту позицию он как раз исполнил. Адект не даст засейвить авик. И в итоге не дает он это сделать. И сейчас надо как-то на прыжке. Сейчас по рофлку будет. Ай. Хорошо. С Дельпан там, конечно же, подходит молодой человек, но от него уже пока что не будет никакого толка, потому что под него клавиатура... А, ну хотя вот сейчас он может закрыть бомб-керри. Плохо Поба должен сейчас Брейс добирать, минус по гампу. Пойдет на помощь своему тиммейту, бомба пока что не ставится. Бомба есть. Пятерка в коннекторе, бомба ставится, оказывается. Прошу прощения, дизинфу дал. Мангус очень близко. Пошел, решил выйти на стрельбу... Что, конечно, было чревато в любом случае. Но Адик находит еще дополнительную голову для себя любимого.
Ребят, авик заберите, где у вас там авик этот был. Или ПЗ говорит, да не, пацаны, с арморами ты будешь опять с калашами. Соджо, здесь, мейкер на позиции, Соджо неплохо так рофлка подловил. Фу ты, господи, ПЗ подловили, рофлка-то подловил мангуса. А здесь у нас адик, адик, гамп. Что-то у гампа, честно говоря, с реакцией какие-то проблемы, по-моему, сегодня. Как-то он не реагирует на элементарные позиции. Коннектор под прочие такие вещи. И еще у нас Молик неплохой. Хороший минус от гампа. Красавчик. Пак тут есть минус раз, но здесь у нас мангус также активно работает. ПЗ у нас на реакции. ПЗ у нас и на информации. И в итоге гамп у нас погибает. Гамп решил сократить дистанцию до авапера, но в итоге не пошло чуть-чуть, скажем так. Больше всего интересно, чего вы ожидали от этого матча вообще в целом. ПЗ, минус по мейкеру, Молик пошел к нему в гости, ПЗ выходит под этот Молик, хотел минус сделать под него. Смог раз, смог два, гамп открывает у нас точку А. Ой, ну и все. А все, а 10, потому что Соджу позиция хорошая, Соджу сам по себе игрок хороший, поэтому может сейчас легкие хедшоты дать по своим оппонентам. Причем вертексы достаточно близко находятся друг к другу. И все могло закончить даже намного... Вы видели это? Я видел. Это типа фейк-раскидка на точку А с выходом на позицию Б, подумали чипсы, что ли, или что-то типа того. Ну да ладно, аддикт. Минус по мангусу, аддикт еще один килл. Как же он хорош! Просто хорош! Ну и здесь у нас гамп работает, и 5 человек у команды Vertex остается. Тоже присутствует. Пошел у нас смог под коннектор, пошел Молик. Брейс получает легкий хедшот. От блица. Ну и в итоге это минус у нас от аддикта. Соджу, два минуса. Какие быстрые хедшоты. А может еще и третий получится отвесить. Здесь у нас рофлка. Ну, здесь у нас уже блиц на месте также. И смотрим, что сейчас себе стоит. Но эту бомбу ему никто не даст поставить, потому что это будет смерть. Так, ну что, чат, 11-11 будет? Как? У нас 5-3. Плюс-минус какие-то деньги есть у команды Chiefs. Ну, если они проиграют этот раунд, то они закупаются потом на все. А там уже будем дальше смотреть. А Соджу на хорошей позиции. Там еще у нас и мейкер помогает. Ну и в итоге достаточно халявный раунд для команды X-Chiefs получается. Вертексы не справляются. Своими. Как бы уже остается только погибать или чем-то таким заниматься. Хотя Брейс... Может Брейс одному играть как-то? Картина восстановилась. Мангу снова в той же самой точке. Но здесь теперь хотя бы Блиц принимает спину. ПЗ. ПЗ живет. 6 хп остается у нас у Соджу. Что там по поводу медла? Блиц отправляет минус. Мангус находит у нас по кнопке. Минус бомба от команды Vertex. Там еще у нас и Брейс погибает. Ну, в итоге ПЗ. Это ПЗ. Это он. Рофлка выходит. Увидел Блица. Понимает то, что в него уже смотрит авик. Достаточно опасная вещь. Ну, тут как-то вот снова 25 секунд времени. Ой, какая хаешка залетает. Прям в районе головы взрывается она. Мангус у нас на миде. ПЗ нужно помогать. Молик у нас пошел. Блиц подгорает. 15 секунд времени. Сейчас надо просто на стрельбу уходить. Мангус, все зависит от тебя. Или тебя, или ты. ПЗ выходит на авике. Хорош Мангус. Еще и авик забирает. Причем красивый. 11 раунд для команды. Мейкер. Минус по аддикту. Молик также пошел у нас по ПЗ. Ну и ПЗ в итоге придется сейчас идти вперед. И он у нас погибает. Есть шанс у команды Чиз остаться 5 человек, это правда. Вот в большинстве случаев команды иногда быстрые выходы применяют не в тех раундах, в которых это надо сделать. Это как, знаете, на Дасте. Там... Команда за Т-сторону копит деньги, копит деньги, копит, копит. Наконец-таки у них денежка появляется, они покупают все калаши. И все в 5 человек через темку выбегают на позицию Б. Мангус, поехали, флешка пошла. Здесь же у нас уже и Соджу, Мангус, хорошие 2 минуса от него. И растворится сейчас в районе коннектора. Все, шикарно. Уже...
Ну, макер в итоге на развороте. ПЗ, контролят. Голову видим? Видим гол. Минус по лицу оформляется. Дальше есть информация по поводу гампа. Гамп уже находит фраг по аддикту. Но время снова нет. Время снова нет. Туда прилетит молик. Но там прилетит также еще и смачок под этот молик. Рофлка остается один. И в итоге остается он уже. Это выход на позицию Б, когда ноль пока что не в позиции. Соджи очень агрессивно уходит у нас под шорт. Рофлка. Минус по мангусу. Нужно отвлекаться. Соджи у нас уже запрыгивает. Минус по прессе оформляет. Почти получил закрытие аддикта. А если бы закрыл бы аддикта, то могли бы быть проблемы. Потому что ПЗ пришлось бы еще в сторону плента идти. В итоге это 16 раунд для команды Vertex. В итоге это 2-0 от этой команды. Vertex выигрывает это противостояние. Vertex выигрывает эту бо-3 встречу. И таким образом команда Vertex отправляется на своих соперников.